С днем жилищно-коммунального хозяйства мэр Анапы Сергей Сергеев поздравил тех, благодаря кому улицы города радуют своим ухоженным видом и чистотой. В их честь звучали слова благодарности и поздравления с профессиональным праздником. Я знаю, что ваш труд тяжел. Тяжел и отчасти неблагодарен. Сегодняшний день праздничный. Я хотел бы выразить вам огромную благодарность за вашу работу. И хотел бы пожелать, чтобы уменьшилось количество жалоб от населения на нашу работу. И в то же время, чтобы ваш труд приносил вам удовлетворение как моральное, так и финансовое. Сергей Сергеев напомнил, в Анапе проводится большой месячник по санитарной уборке. Работники ЖКХ – главные люди в этой работе. Именно они заботятся о чистоте и порядке курорта, чтобы приезжие гости захотели еще раз вернуться на отдых. Озеленители, дворников, сварщиков, электромонтеров, представители других профессий, без которых невозможно представить жизнь города и сельских округов, наградили почетными грамотами и благодарностями главы муниципального образования «Город-курорт Анапа». У рабочей предприятия «Зеленстрой» Натальи Ворошиловой мэр Анапы поинтересовался, будет ли в этом сезоне город красивым. Наше предприятие будет стараться, чтобы город был красивый, ухоженный, озелененный, зеленый, цветущий, красивый, чтобы людям и живущим здесь, и которые приезжают к нам в гости, нравилось, и чтобы они хотели быть здесь. Валентина Брежнева работает дворником в 12-м микрорайоне. Признается, получить благодарность главы города за свой труд не ожидала. Приятно, конечно, что отметили труд дворника, вот сколько я живу, 60 с лишним лет здесь именно в Анапе. Первый раз, ну, может быть, раньше и отмечали, не знаю. Но последние годы, по-моему, наверное, из всего города одного дворника только и пригласили. Я, конечно, очень довольна получить заслуженную награду за свой нелегкий труд. Всех этих людей объединяет одно. На протяжении долгого времени в зной и в стуже они несли свою службу, преображая город. Их труд делает курорт благоустроенным и привлекательным. Алина Гумерова, Максим Лагоша, Анапа регион.